А вы знаете, куда мы идем с Юркой? На базу за бычком. На базу за бычком. Мы идем кататься сейчас с горки. Я надеюсь, там уже для нас все раскатали. Мы взяли клеенку, пленку. Я надеюсь, что раз за 3 года мы тут покатаемся. Да, мы 3 года уже планируем пойти покататься. То есть сегодня... нет, то что-то еще. То тает быстро. Так что мы сейчас топаем на горку. У нас есть клееночки такие специально обученные. С Алиэкспресс. Ох, сейчас скажу, утепленные. С пупырышками. Пупырышки. Да. Я сегодня была мама, она мне подкинула такие валенки, да, так что будет тепло, надеюсь. Да. И не скользко, потому что мои новые немножко скользят, рыжие. Такие дела. Руки холодно, давай. Я сегодня должна была созвониться со своей партнеркой по скайпу Air. Вот. Они должны были проанализировать мой канал. Перенесли на завтра. Сначала время поменяли, теперь на завтра перенесли. Ну, там у них какая-то встреча, так что весь день под откос я планировала. Теперь нужно прийти видео снять какое-то, то давно ничего не выходило. Вот, и холодно, пипец, минус 10 где-то, да, у нас? Мы идем сначала пить кофе, согреемся, а потом уже на горку. Конечно, есть такие выкатанные дорожки, но я не рискну. Юра, я сейчас еду сюда. Не... Юра, тебе не советую. Не-не-не. Я хочу. Ну, пробуй. Смотри. Давай. Нормально. Как ты поднимешься? Что? Как ты поднимешься? Что? Поднимешься как? Понравилось? Да, давай иди. Сейчас я один раз и домой, и все. Собьем оскому. Сейчас вот Карина будет спускаться. Или головой вперед полетит, или жопой. Посмотрим. Горка-то неплохая, только надо под жопу что-то пожестче. Да, нет, ты ее положи и потом сядь. Ага. И перчатки забыли. Ну, лохи, короче. Держи его тут между ногами. Да, я успею отойти, ты доедь сначала. Давай. Понеслась. А, жопа мокрая. Жопа мокрая, давай, вставай, жопа. Ой, сейчас классно. Мы туда сходим, где солнышко, там может быть. Там вот какие-то вершины есть, Эверест. Мы тут нашли поменьше горку, но она такая сейчас рельефная. Подождем, когда снег выпадет, постоим. Подождем. Блин, классно было. Ой. Юрка, не упади. У нас тут такая свалка, смотрите, будут строить дома. Строймусор привозят, а потом строят дома. Вон какие-то дома разваленные привезли сюда. Жесть. Народ, посмотри, что это так. Металлолом ищут. Металл и картон. А, высыпают, да. Я в шоке. У меня вся тушь потекла. Вообще. Ой, зря красилась. Мороз. Ну, руки уже, кстати, у меня типа теплые, красные такие. Кровь прилила. Спустилась. Мне понравилось. У нас есть родина мать, да, как называется, Юр? Родина-мать, памятник или какой там. Вот, и там очень классные горки. Там, кстати, по-моему, даже на сноубордах съезжают. Нужно будет купить все-таки вот эти вот поджопницы и поехать туда покататься. Там очень много людей. Будет весело, я думаю. Чай, кофе. Там просто, понимаешь, спрятаться некуда. Здесь тут замерз, домой пришел и все. Там только кафешки. Фух. Да, подожди, я тут... Все, растерла.
Привет! Сегодня следующий день. Я сейчас оделась и собираюсь идти на почту. Ко мне пришла посылка, приехала от Вива. Вот, коробочка. Очень ее долго ждала. Посмотрим, что там. Очень любопытно. Юрка со мной идет. Меня копирует. Да-да-да. Сейчас сходим на почту. Я приду, покушаю. А? На почту сходим, приду, покушаю. Это буду дела делать. Кстати, у меня начал пропадать цветок. Мама мне подарила. Мам, напиши, пожалуйста, что с ним делать. Я его и поливаю, как бы. Поливать надо. Так я поливаю. И брызгаю. Я не знаю, он так вянет у меня как-то. Кстати. А? Он растет, ну как, я не знаю, растет он или нет. Кива, сейчас по жопе получишь. Но он вянет, он именно так вот листочки опускает. Я его вчера вечером брызгала. Каждый день брызгать нужно, не понимаю. Приехала моя красотка, моя коробочка. Сейчас будем открывать, посмотрим, какая она. А более подробно покажу на основном канале. Я так люблю фирменные пакетики. Кстати, вчера делала фото подводки от Oriflame. До сих пор осталось. Не смывается обычной водой. Классная такая. И матовый финиш дает. Ну, скоро напишу о ней. Вот. Приехала моя красота. Сейчас посмотрим. Какая коробочка красивая. Кстати, на магните. Я такие коробки люблю. У меня есть парочку. Я вот использую для разных там няшек, для блокнота. Вот. Открываем. Сколько тут всего... На открытке, кстати, написано «Твои границы только в твоей голове». Логично. Вот, смотрите, сколько продуктов. Очень много. Я все продукты изучу и вам обязательно расскажу, что здесь есть, для чего. Радует, сразу покажу вам вот эту вот тушь The Balm. Я ее давно хотела попробовать. И блеск губ, тоже есть красивый цвет. Вот такой вот. Привет, я приехала к маме в гости. Вот, она мне такой сюрприз здесь устроила, сейчас вам покажу. Смотрите, что она мне сделала. За день связала носочки теплые. Какая красота, такие плотненькие, да, Тайсон? Тебе подойдет, кстати, этот цвет. Вот общий. Мама, вон, я сейчас покажу, какую я сумочку подарила на Новый год. Очень классная, тоже, боже, как она называется, забыла? Парфуа, да, парфуа. Очень красивая, мне так нравится она. Такой цвет дорогой. Она под замшу сделана, под набук сделана она. Mm-hmm. Вот, очень красивая. Да, компактная, но у нее много чего влазит. Там mm-hmm. разные отделения есть. Вот. Та-дам! Конфеты. Вау! Да. Круто. Держи, держи. Не, держи, мне держи, было... держи, ты их любишь. Спасибо. А такие вечерки да. есть? Да, вечерние. Вечерники. Ямсик, давай еще что-то у тебя есть. Мама вон надел сумок. Сумочки такие у нее есть. Белая моя, черная моя. Синяя красивая, кстати, купила. На Ламоде, да, ты покупала? Или на... Ой, я не помню. Каста, это, кстати, кожаная штатовская. Да? Да, фирма, не помню. Это сумка. Вот. А я в носочках уже надела. Покажу вам тепленькие. Я хочу только нашить джинсы. Джинсы разрезать и нашить я на подошву. Тебе нашить. Так что вот так. Я утепленная, мама с сумкой и вообще все хорошо. Настроение поднялось у меня, так что я. Платьечко, я тут не показывала, что же? Не, не показывала. Давай, показывай. Мама вот еще платье купила, заказала. Где ты? В Монокасте заказывала, да? Очень красивое. Не, Ля Бутик. Ля Бутик? Красивое такое, слушай, шифон такой плотный и тонкий. Это не шифон, это что-то, не знаю. Брючная вот какая-то, но качество хорошее очень. Да, красивое, мне нравится. И смотрите, какая мне шапка сегодня приехала. И шапка приехала, и кофта. Очень зеленая такая, теплая кофта. Красивая. Здесь такой мех, как настоящий, как натуральный. А это что, не настоящий? Нет. Тю. А ты думала, настоящий? Да. Тоже с утеплителем таким. Вот, ну буду носить. Вон, мамка померила. Мех реально такой, как настоящий. Прикольный Боже, такой. Такой большой. Большой. Я надела лосины и хочу их ушить. Хочу ушить по бокам все-таки. Я думала ушить еще здесь, но мама говорит, что машинка побьет ткань. Так что буду ушивать бока, чтобы не спадали. Вот. И пойду в спортзал скоро. Кстати, кто помнит шубу я снимала? Вот она, красавица шуба. А мама сделала наволочки это вот такие. Только. Вот это на самом деле очень хорошее решение вот с этой шубы сделать ничего, наволочки. Тогда девочки. Подушка 200 гривен. Да, да. Да ты если не больше, слушай. Красавец. Ай, глаза какие. Мама достала мне машинку сейчас.
Буду ушивать. Надеюсь, получится и все будет клево. Самое главное, чтобы при беге не спадали с меня. Привет, я уже дома. Я только что приехала домой, звонила в свой спортзал, узнала, какие там тарифы. Очень все дешево, так что я обязательно пойду в спортзал. Обязательно. И только сейчас я сделаю себе паштет. Хочу опять сделать, забабахать паштетик печеночный. Вот, мама мне много чего передала. Хочу разложить по полочкам, чтобы... Ну, чтобы не валялось просто на столе, и фрукты помыть. На улице очень холодно, я замерзла, у меня до сих пор рот замерз. То есть я плохо разговариваю из-за того, что мне было холодно на улице. Я много прошла от остановки к почте. У нас довольно такое немаленькое расстояние, но это полезно. Мама передала мне вот столько мяты, очень много. Она такая ароматная, сейчас хочу пересыпать в коробочку, в баночку. Вот, чай какой-то передала в вот такой коробке. И я вот купила печенку, купила масло. Также она мне хлопья передала, отсыпала немножко. И я посылку вот забрала, буду сейчас открывать. Я печенку уже буду сейчас открыть. Вот. Пусть жарится, потом я налью воды, немножко потушу. Фруктики я помыла. У меня вон две конфетки остались. Кстати, очень люблю эти конфеты. Называется Зоря Насяева. Просто обожаю. Вот, вчера был килограмм, уже нет. Хотя я не ела. Надо спросить у Юры. Мне мама дала еще вот такую вот палку. Это специально для цветка, который на полу у меня стоит. Нужно привязать, потому что цветок растет, он такой тяжелый, начинает наклоняться. Так что вот эта вот палка специально для цветков. Вот, она купила набор, по-моему, себе оставила несколько штук и мне одну дала. Ну, а посылку я вам показывать не буду, я уже в моих новинках все покажу. Здесь мои новые гели-лаки от Нуб. Вот, я потом вам все расскажу и покажу, что именно ко мне приехало. Все, друзья, всем пока, до следующих влогов. Я надеюсь, что я влоги буду часто снимать. Единственная проблема, что это телефон и качество влогов, снятых на телефон. Меня это бесит, я не люблю такие видео монтировать, так что вот почему я перестала снимать влоги. Надеюсь, у меня скоро появится влоговая камера и будет все отлично. Все, всем пока!